Дружное спасибо вам от сердца скажет. По доброй русской традиции гостей встречали хлебом и солью. Однако это не все сюрпризы, которые были подготовлены для гостей. Всех жителей Домашова ожидал праздничный концерт. Песни, танцы, стихи и даже экскурс в историю образования Домашова звучали в этот день со сцены Дома культуры. Приветственным словом к жителям Домашова обратился и губернатор Николай Денин. Действительно, у нас с вами большой праздник. Домашову 400 лет. За этих 4 века жители и село много и хорошего, и много бед повидало. Но всегда здесь жили трудолюбивые и убежденные в своей вере люди. А еще организаторы концерта собрали на сцене 4 поколения домашовских семей. Тех, кто вступил в брак, тех, кто живет вместе, тех, кто вырастил детей, и тех, кто прошел плечом к плечу всю жизнь. 4 поколения семейных пар наградили сувенирами. Не осталось в стороне и руководство Брянского района. Они также преподнесли жителям поселка подарки. И в частности, 2 домашовским учителям, которые на протяжении долгого времени обучают местных ребят. Ну а после поздравлений, подарков и сюрпризов всех жителей и гостей ожидало продолжение праздничного концерта. Игорь Мирчук, Александр Друсинов. События Домашова.